Всем здравствуйте. Здравствуйте. Кысулька. Кысуль. Ой, пристали. Приставать. Донечка, что ты туда носик съешь? Не надо туда ходить. Видишь, я все заложила, чтобы вы не ходили. Не надо, бусик. Это что за серьезная собака такая? Ты даже играть не хочешь пока? Ты мой золотой маленький мальчишка, а? Ой, ты хороший. И ты хороший, и ты хороший, и ты хороший. Все хорошие, все. А где там маленькая красивушка? Красивая мордушка? Ой, ты маленький ты зверь. Маленький хороший зверь. Он такой деловой. Вся в делах она, вся в заботах. Палочки собирает. Бусюсь. Буся молодец, цветочки не кушает. Где госпожа Донечка? Донечка иногда кушает цветочки, но редко. Почти молодец, да? А, собака отдыхала. Бусенок, лимпусенок. А где у нас лиса Алиса? Лиса? Где у нас лиса? Братишка ее вот. Господин герой. Сегодня дождик хоть и ночью шел, но в кашпо плохо попадает водичка. Все равно нужно поливать. Быстро прям пересыхает махом. Вон, земля прям каменной становится. Вафля, лялюшка, лялюшка, девочка. Девочка печального образа. Ой, тебя все зацелует, лялька. Чтоб ты улыбнулась, тебя все зацелует, он зацелует, замилует. Скажи, ну что такое? Что такое? Так сильно целовать меня не надо, да? Ой, ой, серьезный пес. Пока-па. Кошка заинтересовалась этими плавающими штуками. Прям напряглась вся. Плавающими подстаканниками. Интересно, что она будет делать? Очень необычно. Главное, чтобы Буся не подумал, что это игрушка, и не кинулся за ними в бассейн и не начал их таскать. То зубками-то быстро прокусит. Кысуль, ты думаешь, они живые? Прям напряглась вся. Собаки-то спокойно на них отреагировали. Все говорит, ну нафиг какая-то, что-то непонятное. Что-то непонятное. Все, кошка, сейчас я зацелую. Да, лиса вот эта Алиса, зацелую, замилую. Очаровашки маленькие. Все, атаковали кошку с поцелуем.